Еще меньше команд, еще больше напряжения. Добро пожаловать в четвертьфинал Лиги Чемпионов. Да, борьба за выход в полуфинал продолжается. Сегодня пройдут вторые матчи, и мы узнаем, кто же в итоге пройдет дальше. Сегодня мюнхенская Бавария встречается с Манчестер Сити. В таких случаях говорят, напряжение такое плотное, что его можно резать ножом. Этого матча ждали давно, и от его исхода зависит очень много. Мне нечего добавить, все верно. Осталось подождать еще чуть-чуть, затаить дыхание и наслаждаться игрой. Высокий прессинг, будут давить на игроков соперника и мешать тем начинать атаки с короткого паса. Хотят забрать мяч себе, но план сработает у них только если хватит сил. Конечно, весь матч они физически не смогут давить на соперника, но может им того и не надо. Ставка на агрессивное начало и подавление соперника в начале игры тоже хорошее решение. Смотрим состав Манчестер Сити. Вот что мы видим. Три игрока впереди и четверо в обороне. И три полузащитника цементируют игру в средней линии. Начинается ответный матч 1/4 финала Лиги Чемпионов. Важнейший матч сегодня. Атмосфера на стадионе просто прелесть. Теперь дело за командой. Буатен. Камес. Алисо. Маркос Алонсо. Левандовский. Рибери. И есть поддержка у этой атаки. Выбивай! Нам Рибери. Маркос Алонсо. Хави Мартинес. Прижали соперника к воротам и ждут свой шанс. Левандовский. Бавария подаст голову. Вот так вот хитрят. Главный разыгран. Хамес Родригес. Подача на дальнюю штангу. И мяч у вратаря. Без труда он его забирает. Давид Сильва. Фернандини. Дебрюйне. Рахим Степ. Серхио Агуэро. Этого игрока часто сравнивают со знаменитым Ромарио. Есть у Агуэро тот самый инстинкт убийцы, которым прославился бразилец. Сравнение лестное, но будет ли Кун беспощаден к сегодняшнему сопернику? Посмотрим. И ошибается Левандовский. Неточная передача. Фернандини. Давид Сильва. И мяч забирает Азар. И все равно неплохая попытка. В следующий раз получится. Рахим Стер. Хорошо мяч перехватили в атаке. Джошуа Кимми. Азар. Кевин Дебрюйне. Рахим Стер. Развивается эта атака. Что-то из этого может получиться. Алисо.
Джошуа Кимих. Левандовский. Партнеры поддерживают эту атаку. Эден Азар. Агуэр. Фернандини. Кевин Де Брюйн. У Сити на фланге есть свободная зона. Туда пойдет атака. Де Брюйн. Потерял он мяч. Но кому он достанется? Мартинес. Талисо. Рибери. Сложный характер, непростая судьба у Франка Рибери. В какой-то момент он ведь даже завязал футбол. К счастью, вовремя одумался и правильно сделал. Хамес Родригес. Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет первым на мяче? Роберт Левандовский начинает атаку своей команды. Это опасный штрафной. Есть удар у Хамеса Родригеса, и сейчас он может это... Вот это спасение! Угловой разыгрывают футболисты мюнхенской Баварии. Мяч летит в центр штрафной и забирает подачу брата. Не побоялся ударить издали и не сильно промахнулся. Но он умеет забивать такими ударами, и дистанция для него не проблема. Эмерик Ляпорт. Давид Силин. Азар. Говорят, что этот Азар не самый трудолюбивый из футболистов, с тренировок уходит одним из первых. Если это действительно так, то страшно представить, в какого игрока Азар превратится, повысив требования. Эбрюйне! Хороший момент, но удар не достиг цели. Талисо. Хави Мартинес. Роберт Левандовский. Из боковой мюнхенцы будут вводить мяч в игру, и это может быть очень опасно. Джошуа Кимми. Роберт Левандовский. Хотят они довести мяч до верного, чтобы уж наверняка поразить цель. Колесо. Сильно. Азар оказывается. Агуэр. Давид Силь. Фернандин. Кевин Де Брюйн. Серхио Агуэро. Отличный момент, но оборона здорово тоже действует. Мартинес. Талисо. Хуминс. Джошуа Кимих. Ушел мяч в аут, вбрасывать будет мюнхенская Бавария. Хамес Родригес. Очередной точный пас в его исполнении. Не удел оставили обороняющегося игрока здесь. Мяч перешел к другой команде. Давид Сильва. Азар. В центральной зоне передачи должны быть точнее. Защитник перехватил. Две минуты и прозвучит свисток арбитра. Рибери. Левандовский. Маркос Алонсо. Будет навес. Рибери! Двухматчевое противостояние. Это всегда огромное количество работы, прежде всего. И тем, кто эту работу проделает лучше, сегодня наградой станет место в полуфинале. Претендент после первого тайма у нас есть. И ему, этому претенденту, сейчас очень важно грамотно выстроить тактику на оставшийся отрезок игры. Манчестер Сити практически обеспечил себе победу в этой паре. Они ведут в счете по сумме двух встреч. Если еще и удастся забить, то это точно победа. И есть поддержка у этой атаки. Талисо. Джошуа Кимми.
И мяч забирает Левандовский. Снова точный пас в его исполнении. Роберт Левандовский. Давид Силь. Баварцы перехватили мяч. Вперед идет атака. Интерес. И это Роберт Левандовский. Эдерсон в игре, но удар не очень опасный. Ну что, Константин, Левандовский впечатлил тебя в первом тайме? Рахим Стерн. Кайл Уокер. Неточная следует передача, и команда теряет мяч. Азар цепляется за этот мяч. Серхио Агуэро. Кевин Де Брюин. Кайл Уокер. Важно сделать навес. На поле готовится выйти свежий игрок, замена в команде хозяев. Сейчас арбитр игру остановит, и кто-то отправится на скамейку. Не может никак команда зацепиться за мяч, и вот на блюдечке преподнесла его соперник. Родригес. Карц. Владеют мячом и ждут, когда предоставится возможность сделать хорошую передачу. Бавария пробьет штрафную. Готовится сделать замену наставник команды. По всей видимости, решил пробить поворотом с такой дистанции Хамес Родригес. Может быть, кому-то спор проиграл. И бьет! Здорово сыграл вратарь. Намертво поймал мяч. Замена готовится в домашней команде. Решил тренер освежить игру, и давайте посмотрим, кто покинет поле. Давид Силь. Кевин Де Брюин. Кайл Уокер. Навешивает штрафную. Есть штрафную. Манчестер Сити получает право на угловой удар. И проводит замену. Углового подает Де Брюйн. Защита первая на мяче. Вынос. Джон Стоунс. Фернандини. Можно подавать тут. Фернандини. Какой удар! Ну и расправляется с ударом. Ничего опасного. Талисо. Джошуа Кимми. Левандовский. Роберт Левандовский. Хамес. Ох, если бы эта передача. По мнению Лайтмана, вне игры находился нападающий. Но не знаю, мне так не показалось. Замена у Баварии. Фернандини. Кайл Уокер. Командам 20 минут осталось играть в этом матче. Рахим Стерн. Кевин Де Брюйн. Серхио Агуэро. Стоп! Слишком поторопился игрок. Залез в остатке. Замену проводит Манчестер Сити. Хорошая игра на перехвате. И вот мяч уже в распоряжении другой команды. Защитник не дает развить атаку. Перехватывает передачу. Азар. Кевин Де Брюйн.
И вот мяч вернулся к баварцам. Четверть часа еще играть команда. Мюнхенская Бавария атакует флангом, и можно воспользоваться этой свободной зоной. Сейчас на подаче, и есть там кому сыграть. Футболисты Мюнхенской Баварии будут подавать угловой. Самое скопление игроков угловой под. Медленно затухло, как выброшена на берег рыба, атака этой команды. Серхио Агуэро. Потери и у соперников. Все верно, края надо чаще задействовать. Серхио Агуэро. Хотят они довести мяч до верного, чтобы уж наверняка поразить цель. Время на исходе, а счет остается равным. 85-я минута матча. Ничья пока. Сейчас наступает решающий отрезок, потому что если одна команда забивает, у второй уже просто не будет времени отыграться. Левандовский. Муса Дембеле. Леон Горецкий. А вот и атака баварцев. Маркос Алонсо. Хуммельс. А был опасно, точнее сказать, напряжен. Выбивает мяч игрок. Рахим Стен. Азар. Снова у Агуэро. Стерлинг! Хороший момент, но удар не достиг цели. Маркос Алонсо. Леон Горецкий. Левандовский. Бавария держит мяч на фланге, и там есть где развернуть атаку. Штрафной подачи, есть там кому сыграть. Так и надо было сыграть. Но это совсем мимо цели. Удар с лёта получается сильный и красивый, когда мяч хорошо ляжет на ногу. И же явно не тот. Все, матч окончен. 2-0.